Трамп решил не вводить режим ЧП в США. Вводить режим ЧП из-за кризиса на границе с Мексикой сейчас президент США Дональд Трамп не собирается. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 11 января, передает пресс-служба Белого дома. По словам Трампа, он рассчитывает, что Конгресс примет необходимый для строительства стены на границе с Мексикой бюджет. «Я не собираюсь делать это, объявлять режим, ред, так быстро. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал свою работу», — заявил президент США. Напомним, Трамп хочет получить от Конгресса деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Режим ЧП поможет ему сделать это без согласия парламентариев. С 22 декабря 2018 года работа части федеральных ведомств в США остановлена из-за нехватки финансирования. Так называемый шатдаун возник из-за разногласий между Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения более 5 миллиардов долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.